Кстати, самому Тимати, который бросился на помощь диджею Смэшу, может вскоре понадобиться поддержка. Московская полиция возбудила в отношении него и Егора Крида административное дело. В ночь на 21 июня на улице Большая Дмитровка артисты забрались на крышу своего внедорожника и устроили импровизированный концерт, на который потянулись сотни зевак. В результате движение на улице было полностью парализовано. Дело против Тимати и Крида решили завести, так как они не пришли к участковому, который вызвал их для дачи разъяснений.